Ребята, хочу посоветовать канал Пингвина. У него выходит интересный Skywars, качественные голодные игры и, конечно же, отличный Bedwars. На его канале уже скоро будет 50 тысяч подписчиков, так что и вы присоединяйтесь к ним. Ссылка в описании. И всем привет, ребят, с вами снова Мистика Лагерь. Всем привет. Ну, парень, я один, ты заметил, да? Мы избавились от второго парня. Мы избавились от второго. Мы избавились от второго парня. Сын у нас до сих пор есть. Причем недавно у меня курица снесла еще одно яйцо, но с него больше сыновей не выпало. Кстати, ты яйцо держишь? У меня два яйца есть. Ого, давай, сын. Ну, почти. Ты, кстати, видел, по-моему, один сын под землю провалился. Или это была дочь? Мне не кажется, знаю, нужно мы карты убили его, этого, чувак. Нет, знает. Давай мы не будем их больше убивать. Ладно, да. Хорошо. Мы скорее ничего давайте. Не видели. А, нет! Я чуть сам не упал. Давай ты меня толкнешь, подожди. Я сейчас как мы, толкну. Кстати, так и не решили. Ну как? Нормально. Я почти справился. Я был очень близок. Давай еще разок. Мы, кстати, нашли с лагером проблему, из-за чего он не летает. Потому что, походу, только на меня дает. Да, то я поэтому этот... Мы ее не можем. Поэтому лагерь черт. Будет помогать. Я слушай, лишний. А у меня как будто это не лапа, а, знаешь, пулемет подо мной, смотри. Я смотрю на тебя, и ты такой дурак стоишь в пустой броне с киркой. Слушай, а что у тебя вот здесь вот? Здесь что здесь? Летающая мотыга. А знаешь, что у меня здесь? Что? Блин, какая-то непонятная фигня. Это ну, типа горшка, что ли, или цветок, или шапа. Шапка какая-то, походу. Летающая мотыга круче. Наверное. Ладно, давай. Я попробую лететь! Давай! Спасибо. Все, ТП-шка. Все, я иду к тебе. Стой. Don't touch this. I'm here. О, господи, теперь нам нужно как-то туда нет, перелезть. Тебе туда надо. Вон туда. Нет, мне нужно туда. Вот туда. Думаешь? Ну да. А, да, логично. Давай. Ну давай попробуем. Так, подожди. И полетел! Я не долетел. Я долетел. О, нифига себе, пендали да волшебные. Ладно. Просто волшебные. Опа! Пендали. ТП-шка себе. Тут боссы. Лагерь, тут ой, боссы. Они выглядят бей! Идиотски. Это свинозомби. Бей! В курсе, да? Это свинозомби? Да, это свинозомби. Они выглядят очень глупо. У меня это жители зомби. Чувак, у меня очень-очень все плохо. А у меня очень все по-другому. Знаешь, мы как будто в разных мирах каких-то, знаешь, а типа. Ну, уходи. Мы это сделали. А что ты сейчас не... сломал? Скажи, опиши мне, что ты сейчас сломал? Ну, это был спавнер. А, ну ладно, спавнер. Ладно, убедил. Ладно, теперь нам нужно туда перепрыгнуть, да? Ну, я думаю. Да, но я думаю, что это даже без полета можно сделать. Ну да. Опа, а я буду все это делать с полетом, потому что я могу. Я полетел! Лагер! Спасибо за пинок. Блин, тут без пинка реально вообще невозможно. Я иссушаюсь, Ой, смотри, привет. Друганы пришли, а ну-ка, идите сюда, давай, цыпы мои. Цыпы мои! А что-то не достаем до них. А кто это у тебя, скажи мне, кто это у тебя? Ну, скелеты иссушители и зомби-жители. Да, они... он упал. А у этого очень большой красный меч. Нет, у этого, знаешь, он такой как бы накачанный, он стоит. Да нет, нет! Я не успел договорить, ты умер. Что за фигня? Я не знаю. Я опиши мне этого иссушителя. Ну, он в обычной броне и все. Нет, он в кожаных штанах и с большими... я пытался туда забраться. Ну, ты с собой забрал двоих. Троих. Да? Да я смотрю, да, что-то они все попадали. Что ты троих как-то забрал? Хоть какой-то от меня прок есть, да? Слушай, я до туда не долечу, так что опа, давай. Опа, еще один! Давай лети туда. Я их сейчас буду обманывать, смотри. Опа, опа! На лестницу прыгай, опа! Да на лестницу я-то прыгну, но вот толку от этого, если меня сейчас толкнут. Смотри. Прыгай. Оп! Опа, на-на-на-на-на! Все, я жив, лагер. Я тебя спасу. Давай, убиваем его, все отлично и ломаем. Ломаем, все. Говорю! Все нормально. Нет, ломай! Ломаем лица! Лица ломай! Лица ломай! Лагер. Я кому-то помогал, но я не знаю, кому я помогал. Тебе или зомби, тут получится. Тоже да. Все, мы справились. Тут, кстати, где-то были бонусные фигни, но мы что-то их, по-моему, не забрали. Кто мне... А ты что делал? Не понял. Подожди, стоп, а это что это у меня? Стой на месте, подожди. Что у меня в руках, лагерь? Стой. Пиши.
Тебя тяжело рассмотреть, у тебя в руках стрела. Это стрела, на которой яйцо. Это что такое вообще? Яичная стрела. Стрела, да. Яичная. Да. Стрела с собственным яйцом. Да. Теперь у стрел есть яйца. Эй, ну негодяй, ну больно же. В смысле больно? Ты не умираешь. Ну в смысле не умираю? Ну ладно, убедил. Ой, кстати, ты заметил, что это курицы? Что курицы? Вот. Где курица? А, да. Лол. Серьезно, это курица? Ну да. Прикольно, а, нам сюда нужно было встать, чтобы забрать лук, что ли? Да. Select this item to shoot ick arrow at your enemies and hit switches from afar. Yeah. Ага, я понял, смотри. Мы должны стрелять по их глазам, как я понял. Или нет? Да? Скорее нет, чем да. Скорее нет, чем да, думаешь? Да. Ну смотри, я в одну попал. Либо enemies, блин, как enemies переводится? Противники. Ну. А, блин. Слышь, это нам нужно было просто наших вот этих противников убить. Походу. Только, мне кажется, ты противник. Ты мне не нравишься. То есть нам теперь дальше нужно идти в ту сторону. Да тормози ты, гад! Да ты мне не нравишься. Да нет! Ну ты что делаешь? Мне кажется, ты не долетел чуть-чуть. Ну ладно. Ты знаешь, почему я не долетел? Уж какой негодяй, вообще охренел. Кто? Покажи мне его, я ему лицо разобью. Не удастся, не удастся, тебе не удастся! Изи. Да что ты делаешь? Просто изи. Остановись. Ладно, подтолкни меня, да хватит. А ладно, куда тебя толкнуть? Ну в ту сторону нужно. Да не так сильно, подожди. Давай, толкай! Ладно, спасибо, я сам. В смысле, спасибо, я сам его пнул, так знаешь, типа, пинок вверх, говорит, спасибо, я сам. Давай, бей. Молодец, умница. Спасибо, в меня тоже попал. Спасибо еще раз. По-моему, ты по мне больше попадаешь, чем они. Просто противники кончились. Gateway has opened up. Выход открыт, это нам туда нужно идти теперь. Помнишь, где мы были в прошлый раз, там было закрыто? Не очень. Ну пошли, короче, за мной. Давай, ты меня будешь прыгать. Ты меня будешь бить, в смысле. Да не так бить! Идиот! Ладно, я допрыгнул, все нормально. Иди сюда. Да? Все хорошо. Да. А, нет, нам теперь нужно наверх запрыгнуть. Так. Так. Теперь падаем, да ну блин! В смысле, ты сам сказал, теперь падаем? Нет! Подожди. Что нет? Ты сам сказал, теперь падаем. Тихо, тихо. Вот так и вот так вот. Все нормально, все нормально. Зачем ты туда прилетел? В смысле, зачем я сюда прилетел? Чтоб сюда допрыгнуть. А, ну, ок. Ну что, глупо, что ли? Ну, да. Я тут даже без прыжков в этот. Недалеко допрыгнул, недалеко, не хватило меня. О, смотри, я выжил. Та-дам! Так, окей, а где мы? Да блин! А где мы? Я не знаю. Они стрелять начали, черти! Я думал, они добрые. Я его убил, не сы. Все нормально. Help up in the box, окей. Four ruby pieces on each floor each. Шо? That you collect will upgrade your charities. Can you find this all? No. Короче, no. Нам нужно найти 4 штуки, которые апгрейдят нас. Сможем ли мы no. найти их все? Please say no. Say no. Ой. Та-та-ра-па-пу. Я его сейчас, подожди. Ярик, у меня к тебе вопрос. У меня к тебе 10 вопросов, потому что на меня навалилась огромная куча, а ты на меня даже не помогаешь. Возьми с собой совок. Я в дерьме, лагерь. Я в дерьме. Я убрал. Кого ты убрал? О! Ну ты, блин. Отойди! Друг. Все. Я. Все нормально. Пошли там, смотри, еще сколько этих спавнеров. Да ну нет! Да ну нахрен! Там да сверху кто-то огнем кидается. Ахаха, ахаха, сверху давай, кто-то попробуем. Огнем кидается. Так, окей, все, я забрал. Это хорошо. Минус 1 уже. Тоже? Я тоже одну сломал. Ой, там парни сверху кидаются огнем. Ты понимаешь, что мы с тобой маленькие-маленькие курицы, которые еще летать не умеют, убивают скелетов? В смысле не умеют? Это только один из нас, ЦПшник, не умеющий летать. Нет, вообще я имею в виду. Мы же типа учимся с тобой летать. Куда он сейчас смотрит? В небо. Чего они стреляют вверх? В смысле они? А, там обычный скелет. Смотри, слышишь, там скелет. Так я их убил. Оп, последний скелет умер, все. А, так, что-то нам здесь нужно найти, наверное. Ой, слушай, а? Я представляю, как, конечно, как у нас миры по-разному выглядят, но что это у тебя здесь висит?
Плащ. Ну, типа плащ. Ну, ты понял, Какого короче. цвета? Серого. Ладно, у меня тоже. Ладно, окей. Пошли дальше искать наше А, не несовпадение в ожидал. мирах. Не Надо... ожидал. А стой, куда ты пошел? Я иду вот сюда. Так сюда же надо. Сейчас, подожди, нажми на паузу на секундочку. Окей. Ой, парень. Блин, я, короче... Слышишь? А я научился, короче, охрененно прыгать. Лагерь. Смотри. Так... Охренеть, да ладно! Ты знаешь, не что туда прикол? Пошел, друг! А, я в другую сторону пошел? В смысле не туда? Так там продолжение. Нет, вот продолжение. Вот тут даже боссы, лагерь. Лагерь спасай. А там что? Подожди, а я а не там знаю, что? Что там. Да Я не я знаю, чекну. Что там. Я чекну, что там. Не надо чекать, пожалуйста. Ты просто меня спаси. Я, кстати, Нет. научился прыгать далеко. Знаешь как? Ты, короче, берешь сначала в руки коготь, типа, ну ты типа ты такой ходишь. Твою Потом ж прыгаешь, мать. Берешь с собой в руки крылья и летишь. И все получается нормально. Твою ж мать. Ну я, короче, здесь, но я не знаю, как сюда допрыгнуть. У меня тут тоже проблемы, кстати, начались. Но тут у меня еще одна проблемка. Я как бы вроде как допрыгиваю, а вроде как и нет. А... Да ладно, блин. А интересно, кто из нас прав? Кто куда верно пошел? Черт. А, это было близко! У меня тут двери какие-то, парень. А, меня бьют! А я думаю, что за фигня, слышь? Это не я даже, прикинь. Да тут толпа просто зомбарей пришла. Ой, какая-то кнопка. Вы чё, Чёрт. Тише. Всё ясно, всё ясно. У меня какая-то кнопка. Как ты думаешь, что будет нажать на кнопку? Я вообще не знаю. О, я допрыгнул, лагерь. Кое-как. Без Фиг меня? Знает, с какого раза. Ты без меня допрыгнул? Ты без меня прыгаешь? Ты без меня занимаешься спортом? Да блин, дайте допрыгнуть, уроды! Шо-шо, давай ко мне телепортируйся, иди О, сюда. Слышишь? Лагерь. Засранец. А я фиг знает, куда я сейчас пришел, но я увидел красный сундук. Ой, это хорошо, наверное. Угу. Я нашел тайник. Это хорошо. Я, правда, не знаю, я до него добегу или нет, но это тайник. X-Ray увидел, да? Ах ты ж маленький засранец. А! Тихо. Да что ж такое-то? Вот, я здесь. Нормально. Все нормально. Ты, кстати, заметил, что твоя кирка бьет каждым ударом? В смысле? Ну, в смысле, не надо ждать, вот, типа, там, секунду, чтобы урон нанесся. Так, тихо, подожди, у меня сейчас другие проблемы, у меня совсем другие проблемы, мне нужно как-то допрыгнуть! Я это сделал, ты прикинь. Ты И здесь у нас взрывное зелье исцеления, серьезно? Да. Это все, ради чего я сюда шел? Окей, ладно, я к ТПшнусь к тебе. И что это? Ты где мы? Чувак, я не знаю, где мы, но тут явно мало тесновато. Походу, кстати, ты там, где я был. Нет. Окей, ты был уже возле этой фигни? Нет. Ну-ка, кликай на нее, давай. И чё? Слышь, Звук. Я слышу отчет. Звук тиканья. Мне страшно. Сейчас что-нибудь рванет, пожалуйста. Пожалуйста. О, слышь, что-то открылось, по-моему. А, мы теперь должны за время перейти туда-обратно и успеть к двери, понял? Там двери, видел, да? Нет, я не видел двери. Там так, вернись двери. Обратно, давай, я туда побегу, а ты нажмешь на кнопку. Ладно, я нажму на кнопку, я понял. Чувак, дверь не открылась. Не открылась, потому что я... Подожди, рано еще, сейчас будет. Так? Ну, слушай. Нажимай. Нет, это не то. Но что-то оно делает. Что-то оно делает, но что... Что оно делает? Что не ясно. Иди сюда вообще, ты мне нужен. Так, окей. Ну вот тут еще какая-то дверь. Вон туда лететь. Так вот, я про эту дверь и говорил. Куда лететь? Вон туда наверх. А, окей. Ну я взлетел. Ну го. Что ты не ну, видишь погнали, противников? Ну нифига их тут. Что-то я как-то прозалипал их. Так, я попробую сейчас их обойти сзади и убить их спавнера. Нет! Что такое? Ты умираю! Спасибо. А я решил, короче, их не бить. Они вроде как добрыми выглядят. Да, я тоже. А тут Ладно. Не что этот. Не что прыгать треба. Не, Они не... за мной упали, ты прикинь. Не все. Вот негодяи. Ой, меня побили, наконец-то. Первый раз. Все, тут остался один противник. Я сейчас попробую скинуть или, я не знаю, убить там. Помри! Все. Так, смотри, я прыгаю, беру руки эту фигню, и я нормально лечу. Оп, видал? Давай лети, братишка, лети. А, давай, да!
Ты у меня выглядишь максимум стрёмно. О! Может, теперь открылось? Проверь. Да! Нет. Что нет, открылось. Ага, я понял. Открылась та вторая дверь. Смотри, короче. Надо, чтобы как-то одновременно один нажал на ту, а второй на эту. Не понял. Ну, я как бы, ладно, хорошо, сейчас попробуем. То есть открывается одна из этих дверей? Да. Угу. То есть мы одновременно нажимаем, и у нас будет с тобой счастье, да? Да. Я уже возле своей кнопки. Подожди, я тоже почти. Так. И еще один прыжок веры. Давай! Долетел. Нормально. Я возле кнопки, лагерь. Подожди, у меня проблемы. У меня тут эти... чуваки, давай на счет три. Давай. Раз, два, три. Все, бежим. Бежим, беги, Яр, беги, я умру. Я, скорее всего, умру. Яр, давай, я пожертвовал собой ради тебя. Двери, только две двери открылись, лагерь. Где-то третья дверь есть. Я... Где третья дверь открывается? Слышишь? Я умер. Дай ты мне... Где-то здесь третья дверь открывается, лагерь. Я нашел где. Не дам мне иронично умереть. Слышишь? Я пожертвовал... Где? Вот, смотри. Вижу, понял? Вижу. Лети, Ярик, потому что у меня этот... Ну ты понял. У меня с полетами проблемы, я еще не умею летать. Да я заметил. А-а-а, да что ж такое-то? Ой. Ой, что ж это происходит? Так, допрыгнули. Так, прыгнули. Как так-то? Так. И мы допрыгнули. Так, еще раз. Открывай двери быстрее, Ярик. Ярик, быстрее. Я бегу, как только могу, лагерь. Быстрее, сейчас эти закроются, Яр, дружище. Брат. Открыл. Давай быстрее, беги. А ты где? Я тут, я пробежал уже. Я иду. Я вижу финальную кнопку. Ярик, держу. Яр, держу. Я бегу. Давай. Да. Ну ладно. Давай, ты у нас лечун. Ты тискай финальную кнопку. You hear a small chicken sound in the distance. Мы слышим маленькую курицу. Нет, еще маленький звук курицы. Писк, короче, курицы где-то вдалеке. Мы очень близки к нему, и я думаю, в следующей серии мы обязательно закончим эту карту. Нас заперли. Ну, а с вами были Мистик и Лагерь. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки. Всем удачи, до новых встреч. Пока. Пока-пока.